Hi guys, Real in the California, September 6, 2024, and it's our strawberry guava, and I just collect some fruits of it, and they are just giant in this year. Check it out, the size. Да, ребята, это наша клубничная гуава. Вот такое большое дерево, очень хорошо растет, и я вот собрал, видите. Плоды, они обычно намного меньше, раза в 4, наверное, меньше. А вот в этом году уже или за материала дерева, то очень крупные. Поспевают, осыпаются. Вот они, видите, плоды. Вон. Там еще. И можно прям с земли собирать, можно с дерева собирать. Такое красивое дерево, вечно зеленое оно. Красавица. 1,4 метра высотой. Вот в сравнении с гаражом, в сравнении с бананом. Банан высокий. Неприхотливая. Ну, то есть просто регулярный полив и все. Удобрение раз в год, наверное, я даю им. Все, thank you for watching.